Итак, дорогие друзья, вот он мой ижик на базе Китай Киллер. Осталось немного, осталось поставить приклад и в принципе все. И пришел наконец насос. Давайте откроем. Насос пришел из магазина Ворон. Давайте скроем посылку. Так, надо ее сначала достанем. Хорошо упаковали. В посылке должна быть еще восьмерка. В пакете нету. Должна быть в посылке. Давайте откроем, посмотрим, что у нас там есть в комплекте. Угу. Так, насос китайский, сразу говорю. Так, есть вот такой вот мануальчик. Все на китайском, но по картинкам более-менее понятно. Так что, я думаю, можно будет и по картинкам разобраться, что тут сделать. Надо будет его промазать, прокачать. Так, вот это вот подошва, насколько я понял. Да, это подошва. Кусок китайской газеты. Отлично. Очень приятная на ощупь краска, скорее всего, порошковая. Так, вот и восьмерочка. Вот и восьмерочка на Kit Killer. Это уже с самого магазина Ворон. Так. Сейчас будем выкладывать, смотреть, что я первый раз с такими вещами общаюсь. Значит, рукоять. Это зипы. Очень много резинок всяких, болтиков, финтиков. Масло, силикон. Я так думаю, скорее всего, силиконовая смазка. Так, один пузырек. Вот второй пузырек. Так, и сам насосик. Да, сам насосик. Вот такой. Ну, сейчас буду собирать. Соберу, уже включу видео. Посмотрим. Итак, что же получилось? Получился вот такой вот насос. Да. Вот такой. Рабочий до 300 баррелей. Здесь, по крайней мере, стоит. Китайская заглушечка спускник. Это после того, как накачали резервуар, остатки воздуха спустить. Такой вот шланг. Да. Вот эта заглушечка нужна для того, чтобы первый раз прокачать насос, посмотреть давление. Так, зипы здесь вот, переходник на резьбу, резинки, куча резинок. Так, ну вот, в принципе, все. Всем спасибо, подписывайтесь на мой канал, смотрите дальнейшие видео, где я буду рассказывать о своей винтовке.